христианская протестантская церковь в городе Самара отпраздновала свой 20-летний юбилей. За эти 20 лет у нас Бог сделал огромную работу, и люди ценят друг друга, понимают, что такое любовь. И церковь за 20 лет укрепилась и не развалилась, стала большой. И еще много планов, которые надо делать, и мы будем делать их. Пастор церкви – профессиональный музыкант. В прошлом он работал в ресторанах, пел песни и развлекал гостей на праздниках. Он жил, как большинство, для себя. Строил свою творческую карьеру, растил дочь. Но однажды вместе с супругой они посвятили свою жизнь Богу. В 1993 году пастор Владимир открыл церковь Маранафа. Молодой семье пришлось немало пережить трудностей, но теперь за их плечами 20-летний опыт служения и большая команда творческих людей. Было пророческое слово, что нас Бог зовет на служение. Мы не догадывались, что это и о чем это. Теперь я понимаю, что это такое спустя 20 лет пасторское служение, оно действительно особое. Яркий пример пастора Владимира вдохновил прихожан на создание различных коллективов. Так в церкви появилась музыкальная группа «Альтрегос», драматический театр «Аллегория», хор «Откровения» и многие-многие другие команды. Эти 20 лет служения пасторской семьи стали для многих людей очень важными, ведь их жизни стали лучше. Пресс-центр церкви Маранафа, город Самара, специально для телеканала «Благих новостей».